Сегодня стал известен состав правительства Дмитрия Медведева. Ярославский губернатор ранее заявлял, что он определится с членами своей команды после того, как сформирует федеральный кабинет министров. Пока официальных кадровых новостей из администрации области нет. Однако источник городского телеканала сообщает, что глава региона провел собеседование со всеми претендентами. Кадровой революции, похоже, не будет. По данным нашего источника, все нынешние заместители губернатора, скорее всего, сохранят свои места как минимум до осени. А вот потом, возможно, перемены. Нерешенным остается только вопрос с первым замом. Опять же, по сведениям нашего источника, на эту должность рассматриваются два кандидата. Владимир Ковалев, который работал первым замом во времена губернаторства Лисицына, и Виктор Волончунас. Впрочем, не исключено, что экс-мэр будет представителем области в Совете Федерации.